Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Кабаева объявила о беременности. В семье Кабаевой гребет пополнение. Счастливая женщина сообщила радостную новость и показала округлившийся живот. О беременности Александра Кабаева объявила на своей официальной страничке. Она опубликовала фотографии, на которых запечатлена с внушительным животом. Многочисленные подписчики немедленно рассыпались в комплиментах и поздравлениях Александре. Та отметила, что собиралась объявить счастливую новость еще месяц назад, но тогда случилось несчастье. Дело в том, что мужа Александры, Кабаева Александра Липового, звезды скандально известного телепроекта «Дом-2», чемпиона мира по кикбоксингу, задержали по подозрению в мошенничестве. 5 февраля 2019 года он был арестован. После заседания в Пресненском суде города Москвы мужчину отправили в тюрьму «Матросская тишина». Александра Кабаева в виновность Липового не верит. Модель убеждена, что его подставили. Некий человек по фамилии Прохоров задолжал Липовому 4,5 миллиона рублей. Чтобы не отдавать деньги, по мнению Кабаевой, должник оклеветал ее мужа. По другим данным, Липовой подал на Прохорова в суд, а после предложил ему сделку. Якобы Александр пообещал должнику условный срок в обмен на 14,5 миллионов. В итоге мужа Александры Кабаевой взяли в момент получения денег от Прохорова. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!